Татьяна и Марата Башарова. За технику 5-9, 5-6, 5-7, 5-7, 5-6. Средний балл 5-70. За артистизм 5-9, 5-8, 5-8, 5-8, 5-7. Неделю назад у них были все шестерки за артистизм, и сейчас Татьяна с Маратом проигрывают и своему результату недельной давности, и лидирующим Марии Петровой Игорю Бутману. Ну, на мой взгляд, эта программа была не идеальна. И у меня вопрос к вам, Татьяна Анатольевна. В чем проколы были у Татьяны и у Марата? Начало очень понравилось. Даже мурашки побежали, но чуть не упали сразу. Было грязно. Все окончания движений были грязные, недоделанные до конца. Так, при том, что они катаются, музыка грязная, при том, что они катаются, в общем-то, хорошо. И, конечно, как уж Марат научился так кататься, я даже не представляю. Видно, все-таки Танюха на него хорошо действует. Вот. Но сегодня катали, то ли ожидали больше, потому что шестерки поставили, но действительно, сегодня катали нечисто. И поэтому, нечистое было и катание, поэтому, но ребята будут стараться. Спасибо. В прошлый раз вы были лидерами, вы подняли планку очень высоко. Как вы думаете, вы сможете удержаться на первой позиции? Ну, конечно, мы будем все делать для этого, чтобы остаться на первой позиции. Но, конечно, в прошлый раз мы не только для всех подняли планку, но и для себя лично. Но у нас еще много-много программ впереди. Я думаю, что будет все впереди. На самом деле катались мы грязно, потому что буквально за минуту до нашего выступления я подумал, что у меня очень чистая вот эта маечка, и испачкал ее специально кофе. Поэтому, наверное, вот этот кофе повлиял и на качество моего катания. Вот, и я хочу, чтобы эту плетку, на самом деле это Танина плетка, с которой она со мной занимается на тренировках, я хочу, чтобы Таня ее не потеряла, и мы ее обязательно найдем. Спасибо вам большое. Мы будем работать, обещаем. Пожалуйста, не боишься, что она тебя совсем замучает? Ну... Я хорошая. Нет, я не боюсь. Я не боюсь, наоборот. Я бы пожелал каждому, не только актеру, не только спортсмену, который не занимается фигурным катанием, каждому человеку попробовать вот так выйти и покататься. Потому что это огромное наслаждение, поверьте мне. Надежда, надежда.